Сейчас идут подготовительные работы. Во-первых, значит, готовятся пути для крана. Значит, примерно подготовка путей и монтаж крана – это 1,5–2 недели. Соответственно, первая декада августа это будет закончено. Сейчас на месте взрыва подрядная организация ведет подготовку к демонтажу. Согласно проекту, должна быть разобрана часть квартир 3 верхних этажей – 8, 9 и 10. Их в дальнейшем возведут заново. В начале следующей недели организация ПИРС, занимающаяся обследованием дома, должна предоставить проектно-сметную документацию, после чего можно будет приступать к работам. Подрядчики планируют закончить до первых серьезных холодов. Проговаривали с подрядчиком. Также будут 2 этапа. Первое, значит, это разборка. Грубо говоря, 2 месяца. С учетом того, что все-таки необходимо делать штробирование, то есть выбивать вот бетонную основу, да, которая скрепляет панели и так далее. То есть это довольно продолжительное время. Поэтому на разборку будет 2 месяца. Это август-сентябрь. И на монтаж, как таковой, значит, 1 месяц. Контрольная точка у нас 1 ноября 2014 года.